Фарҳод Калонов ба панҷойду давлати ҷаҳон сафар карда 110 ҳазор километрро бо нақлиёти шахсии худ тай намуд. Ин амалишавии ташаббуси Фарҳод Калонов бахшида ба соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мебошад. Ва инак ин марди роҳ дар Тоҷикистон аст. Всем привет с Ходжента. Путешествие почти закончилось, до дома остался один день. И я хочу пожелать вам, Таджикистан, таджикистанцы, добра, здоровья на Новый год. Хочу вам пожелать больше путешествий, больше интересных дорог. Путешествуйте, открывайте для себя новые миры, новые горизонты. Мир вас всех ждет. Лоиҳа санаи 1 июни соли 2018 шурӯъ шуда буд. Бахшида ба солҳои рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳа қабул шуд. Аз ҷумла сайёҳи тоҷик низ ба 52 давлати ҷаҳон давр зад. Цель была провести флаг Таджикистана и рассказать миру о нашей родине и пригласить всех к нам в гости. Проект начинался, старт был дан в 2018 году, 1 июня, это День защиты детей. Проект был создан в поддержку инициативы нашего президента Эмомали Рахмона, потому что 2018-2019 это были года туризма, если вы помните. Вот, и наш клуб Ирвис, вот, кстати, мы здесь сидим, это ребята с Ирвиса Ходжент, Сагдийской области. Мы решили поддержать этот проект и вот забабахать такое что интересное, что прям было интересно и таджикистанцам, и всему миру. И вот получился проект. Ну, плюс это еще и благотворительность. Я являюсь послом доброй воли в Таджикистане по линии синдрома Дауна. Стараюсь помочь солнечным деткам. Ӯ ҳамчун сайёҳи тоҷик баъди дидани 52 давлати рӯи олам аз дидаву шунидаву таъсуроташ нақл намуд. Фарҳод Калонов бо хушҳолӣ аз он ки номи Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ намуд, ҳарф мезанад. И мне каждый день удавалось встречаться с людьми. Это были и наши земляки, и совершенно незнакомые мне люди, и люди, которые подсказывали мне дорогу, а потом завелся разговор, и мы расставались лучшими друзьями. То есть именно люди, кто делает путешествия ярким. Пару слов о наших земляках. Оказывается, наши земляки живут везде. Это вот точно. Они в таких местах попадались, в которых я даже был вот вообще удивлен. И это было втройне приятно, потому что таджики, таджикистанцы живут где-то за пределы родины. А многие из них успешно живут. Я был очень рад за них. Захочешь Эверест, ты пойдешь. Захочешь вокруг мира, ты это сделаешь. Захочешь стать руководителем компании, ты им станешь. То есть главная мечта и большое желание. Если есть цель, она будет достигнута. Вот вам пожелаю, вы помоложе меня, а также пожелаю всей молодежи, занимайтесь спортом, путешествуйте, открывайте новые горизонты, открывайте, расширяйте свои кругозоры, но обязательно старайтесь возвратиться на родину, чтобы все ваши знания, которые вы приобрели там, были нужны здесь, вы нужны нам здесь, в Таджикистане. Америку нужно открывать не там, ее нужно открывать здесь. Возвращайтесь к нам, и мы вместе поднимем страну, сделаем ее одной из самых лучших стран в мире. Дар ин сафар алоқаи мобилӣ ва истифодаи интернетро барои сайёҳи тоҷик ширкати Мегафон таъмин кард. Зимни нишасти матбуотӣ бо рӯзноманигорон ва кормандони ширкати мобилии Мегафон Фарҳод Калонов сӯҳбати озод намуда, нақлҳои аҷоиб намуд. П'ятий проект вже поддержує Мегафон. Я очень этому рад и надеюсь, мы еще плодотворно поработаем дальше, потому что есть очень много в планах всего, что сделать. Это будет поездка на Эльбрус, восхождение, это восхождение на Эверест. Очень много планов, очень много мечт и желаний. И я уже для себя понял то, что ничто не бывает невозможным в этом мире. Если очень сильно заходить, всего можно добиться. Так что, мегафоновцы, вам браво, вам спасибо. За поддержку таких интересных и ярких проектов. Фарҳод Калонов 1.7 мо дур аз Тоҷикистон буд. Ӯ 52 давлати ҷаҳонро сайр намуда ба ватан баргашт. Аз таъсуроту таҷрибаи худ гуфт, ки вақте инсон пеши худ мақсад мегузорад, ҳатман ба он хоҳад расид. Гузориши Парвина Аҳророва, Нодири Насимзод барои барномаи иттилоотии Паёми Рӯз.